Эта Майнкрафт-карта запрещена в 5 странах. Это библиотека без цензуры, и в ней находятся сотни написанных книг Майнкрафта. И вы, наверное, думаете, почему книги являются чем-то незаконным? Ну, ведь в каждом Майнкрафт-мире есть написанные книги. Окей, в этих книгах находятся незаконные документы, которые содержат секреты государств по всему миру. Некоторые из них настолько незаконные, что я даже не могу вам их показать. Это заставило многие страны полностью заблокировать эту карту, чтобы сохранить эти секреты в тайне. И вот почему...